Кирилл Машков, главный тренер команды МПГУ. Кирилл Юрьевич, расскажите, как сегодня складывалась игра, победа 5-0? Ну, не очень доволен игрой самой, потому что очень много было моментов, реализовали далеко не все. Команда, ну, плохо себя показала сегодня, на мой взгляд. То, что расхлябанно, безответственно играли. Просто класс игроков у нас на порядок выше. Благодаря классу, можно сказать, мы одержали победу. А так, конечно, сейчас будем разговаривать в раздевалке, потому что такое отношение к игре, к футболу, к сопернику – это просто неуважение. Так делать нельзя. Какие-то изменения будете производить на оставшиеся две игры? Да, конечно, изменения будут. Некоторые игроки будут наказаны. Вот. И поэтому завтра будет другой состав, потому что так играть нельзя. Спасибо.